Так, все, старт рекординг. Я родился. Так, метро. В общем, я так понял, это имба, да? По урону, да. А по компонентам? Ну, там ящиков много очень. Угу. Тогда можешь пока ко мне подфармить, прокачать... где у нас навыки там? Прокачать навык для на компоненты и пойти туда. Я уничтожу! Он прыгнул, он просто прыгнул. Инк. Не, хорошее место, кстати, очень хорошее. Так, камня нету? Выставят. А, нет, вот здесь прям можно построиться. Зачем нам в ламбаду? Да-да-да, отлично. Спонсор этого видео — Растран, сервис, который уже давно закупает рекламу, и я могу его смело рекомендовать. Промокод на 50 центов находится в описании к этому ролику. Баланс вы можете пополнить скинами или денежкой. Шанс победы зависит от вашей удачи или от вашей стратегии. Если у вас возникли какие-нибудь сложности, вы всегда можете написать в группу. Сейчас Растран в своей группе ВКонтакте проводит розыгрыш. Удачных вам игр, все ссылки в описании. Пока желание разыграть, пока играем нормально. Ну сейчас этот вайп отыграем как люди нормальные, а потом уже начнем херней страдать. Впереди ко мне есть как раз, там можно построиться. А справа вам, смотри, уже мейн поставили. Донатера. Я вижу. Чувак, у нас какая-то проблема здесь. Какие? Мальчик, ты районом не ошибся, эй. Не понял. Ты что здесь делаешь? Шавка бомба. Так, место освободили, барбарик идет. Братан, дай буру куплю. Коля Ханки. Ты что, уже все купил? Или ты мне отдал? За что? Я тебе отдал. А, спасибо. Возьми вот это, так, подарочек. Девочки, давайте не будем ругаться, давайте по очереди. Мальчики, давайте по очереди, чего вы как не люди? Коля пошел зарабатывать себе врагов. Че, мужики, здорово, блядь! О, без очереди зашел. Ники, фоткаем его, парни, давайте фоткаем его, придем сейчас в гости к нему, задипаем. А, скраб на буру взял? Да, все. А, задание возьму сейчас на метро, посмотрю, посмотрим, что там вообще. Я думаю, туда есть смысл соваться с реликами, с питонами, тогда уже с этим. Так, там сейчас этих ботов убивать долго. Сталкер нормально дела. Может, хотя бы тебе битку металл, я пока Ваню нам сделаю. Удачной охоты, сталкер. Можно украсть коптер. Ребят, я сетхом забыл поставить. Давай рейс лестница. А, скрафтишь лестницы? Да, здесь все раскину. Так, скидываемочка. Захвати лестники. Пониже. Я вот я. Сейчас справим. Бля, на улице кто-то придется. Я знаю. Здесь что-то общаются. Еба! Блядь. Нет, печку дали. 28. Убил. Готово, сразу, не проходи. На крыше еще один. Я хилис. Не попал? Коля, ты что присел-то? Омочка, дай лестники, я залезу. На крыше так же. На самой крыше, правильно? Да. А, понял. Над тобой. Убил? Еще один. Пострелил, дал тычку. Убил? Еба! Ты выжил? Да. Гандрапа, не прыгайте вниз. Понял. Вижу. Вы тут вдвоем, я пойду. Yes. Thank you very much. Помочку, улетай. Мы спиздили. Я еще чай в них украл. Два коптера мы спрячем еще.
достроим его, по крайней мере, пригодится. Пожалуйста. Все нормально. Вижу снизу двоих типов. А, три типа. Хоть топимся? Да-да-да. Хоптер настроен нам. Правее, правее, да. 33 дал. 38. Побил. Yes. Все, он убегает. 50, минут 50 голову. Уронил. Убил. Слушай. Жалко, тут? У меня есть идея. Оградить? Че? Кого-то оградить? Да, я думаю их оградить. Они ж не готовы, они ж все с Макс 3, они вообще здесь. Как, типа, какие мины, какие ограждения, они, блядь, глупые все. Это вы камни долбили сейчас? У меня камни долбят, да не вы. Я сломаю твой спальник, запомни это. Я пошел ломать твой спальник, я хочу, чтобы ты это слышал. Все, больше у тебя нет спальника. Десятка тысяч серы, ё-моё. Коля, перед тобой тип еще один фармит на 30-40. Ага, вижу. С буром. Готов? Да. Побил. Давай, Джейкер. Может, метро сходит? Я думаю, на оружие туда есть смысл. Сейчас просто мы пока фармим, пока онлайн нам мало. Мы все нормально пофармим. А потом туда с оружием залетим, как раз пофанимся и постреляемся и пофармим. Пока можно очки подфармить на, этот, на плюс 1, плюс 0.5 к этому, к фарму. Ну, нам 2 типа. Над нами? Перед нами, подожди. Топливо есть в машине? Сидись. Все раздаем. Готов выходить? Я иду к ним в спину. Давите, давите, давите. Тридцать дал. Выходим. 50 дал голову ближайшему. Меня убили в пайпад зале. Чемпикс под машиной. Я тоже буду. Блять, я дальнему дал минус 30. Ближайшему, который, на который ты вылетел, минус 50 голову. У него там КП вообще осталось чутка. Машина заехала на электростанцию. Вижу. Давайте, давайте, душим. Голову убил на дороге. Отдал его сплэшем. Из кибитки вышел сразу. Еба, крыса! Где? Понял. Дал. Давай, осторожно. На ежевике. Ты как? Норм. Убил одного. Берта. Крыса, бля. На ежевике. Ладно, игроки. Да, убили. Снипер толпка. Минус один. Убил второго. Понимаешь. Так, у меня там, я вообще мало рис. На 355 коптер на земле стоит. Ну, давай пройдем, у нас место есть. Ну что, готов? 26. 26. Опа, привет! А где второй? Он что, улетел? Да вот. Сдох. Так, арест есть от меня, отвезу домой. На, забери. Давай, скин. Есть еще? Не, все, не, у меня один слот только. А, Омичка, ой, Омичка, Джокер, есть Кенка? Нет. Ебал, возле нас ко мне, Омичка, Хомась. Вот у нас будем фармить.
хорошо. Нереально ко мне. У меня два типа. Папа. Рядом я с тобой бегу. Я минус. Понял. 33 дал. Еще 33 дал. Еще голову дал я. Омочка, пешком беги. Еще одного я убил. А, минус все, ребят. Пока в тебе. Ежевика топ. Где меня отпиздили? Сверху там. Они, да, кажется, этого дома. А вот, у меня враги. Два. Да. Одного убил. Тридцать три дал. Меня убили. Мы идем, мы идем. Пошли на... Коля, Коля, открой дверь. Закрывай, блядь. Я жил как мог. Если бы не твоя сплэш-атака, блядь, я бы выжил. Если бы не моя спажатака, я бы умер. Где он? Все, видим. Дал? 33. Дал 27. Под ноги. Коля, как? 31. Дай 31. Под ноги. Убил? Еще должен быть. Он сверху, возможно. Нет. Эти ему арбалеты дать. У меня есть. Забей, я золотой свежу, следу. Вот тут еще один труп. 31 дал сверху. Там двое. Меня по дому здесь не залутали. А, лестницу собрали, или это вы были? Я забрал. А где они у тебя? Тут сзади стреляли? А, да, у меня. Сейчас будет ночь, я залезу к ним. Хочу 49. И ползем. Халявные киллы. Коптер забрал? Нет, топливо, косарь. Есть. Спасибо за коптер, девочки. Ты ничего не говорил. Сказал. А нет, есть у меня просто. Ну, Колян. Улетай, мне все равно вернулся. Колян. Гудбай. Чисто коллекционируем коптеры с сервера. Уже третий. Ебать! Ребята, проблема, блядь! Патроны еще сейчас, погоди. Блядь, меня убили. Понял. На крыше, надо сейчас будет коптер угонять. Блять, они лестницу разбили, я думал, голову дал на коптере. Дал 28. Меня убили. У нас дверь одна открыта. Ба, я четвертое место. Бешеный барбарик пятое.
Ничего не говори про мою, пожалуйста. Так почти рядом с нами, обечка. На втором, блядь, на второй странице. По дороге бежит на 100. Машина, есть. Машина едет. Вижу. Давайте пристретим. Да, встречаем, встречаем. Попал. Попал. Ты тут? А он выжил? Еще дал ему что-то. А, это по машине дал. Я еще раз попал. У него 120 кп было. Попадаю по машине. Еще попал. Попал по машине. У нас тип на 10. Да, вижу, вижу, вижу. Тридцать пять дал. Из машины вышел. Челик с машины вышел. Вижу, вижу, вижу. Это вот тема, скорее всего. Дал 24. Подам, дал. Да что ж такое? Ну, ТП, 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 у кого-то? 32. Дал больно. Ребят, попасть, попасть вообще не могу, что за фигня? Они прыгают в моих патронов, блядь. Помощь дал. 33 дал. Я упал, я упал. Меня убили. Меня убили. Ребят, это просто пиздец какой-то. Ага, лифт. Не могу лифтом пользоваться, как им пользоваться? Смотри, видишь это? Есть рычаг в лутруме. Рычаг нажал. Обычный рычаг. Ебать, не тот рычаг. Какой ты нажал? Электричество бьет почему-то. Так, а какой рычаг еще есть? Больше, не, больше нет рычагов. В смысле нет? В лутруме а, у нас топливо рычаг. Закончилось в этом. Не, это не топливо. А, арбалет выкидываем, да, уже ревики? Уже пашки. Понял. Внутри у меня есть обычный рычаг. Ты его нашел? Есть рычаг, но я на него нажимаю, включается электричество, током бьет. Ну, оно только включается, если ты проходишь туда. Тебе нужно пробежать. Если ты быстро пробежишь, тогда сможешь. Ты ничего не замечаешь по спальникам? Пока нет. Внимательно посмотри, что по спальникам стоит. Под спальником? Да. А что под спальником? Ничего не вижу. Нет ничего у меня. Иди сюда. А, тут я такой, это ловушка, я понял. Это я понял. А типа без нее элеватор не работает, да? Нет, все работает. Нажми на кнопку вон. Смотри, отключай эту штуку. Отключил ее. Элеватор не работает без этой кнопки. А! Нажимай вверх. Все, теперь работает. Парни, вы что здесь понаделали? Так, что мы, может, пойдем эту в метро? Посмотрим, что там. А, либо сейчас, секунду, прокачка навыков. А, мне осталось один. Ну, там прокачаем, ничего страшного. Два камня сломаю. Готовы идти? Направо, получается, нам нужно идти. А, так, да, направо, в сторону G6. Здорово. Так, ну я чё, не умею пользоваться, не знаю, что там делать. Я тоже не знаю, впервые захожу в эту. Если меня где-то придавят, где-то задавят, ваша вина. Нет, спускаться можно без лифта, кстати. А, ну домой, мы же телевизионные люди. Ну давай, да. Дождемся. Так, ты как? А что? А. О, я живой. Куда? Зачем вверх? А что, вверх-то едем? Остановите, где кнопки? Нет, кнопок, ребята. Не работает, понятно. Перелагай? Да, понял. А еще если на голову упадет, к кому-нибудь прыгнешь, он умрет. Не прыгай. Не, не умер. Не успел выйти, там дверь была. А, мы топляк не взяли, да? Ну тут найдем кого-нибудь, коли купим. Там будет выйти. Да, мне стошнило.
Нифига себе, красиво как. Да. Так вот где все хейтеры обитают, в канаве, точнее в метро. А такой звук еще? Коля, открой. Я знаю. Прикольно сделали. Че здесь? Враг слева! А, это боты. А тут что, двое лежат? Все, их уже это. Кстати, поезд сбивает. О, ресы. О, смотри, с ураном. Ресы. А че не выпрыгнуть? Имею в виду, поезд сбивает сразу, моментально. Я навыки прокачал. Это бот? Да. Слушай, а че с ураном-то? Ё-моё, два урона сразу с ящика упало. Я же говорил, что там много урона падает. А че никто не лутает? Я лутаю. Вот тут еще в ботах. 4 урона, о май, ты посмотри, сколько урона падает. Это бред какой-то. У меня 6 урана. Может домой слетаешь за этим, за ящиком? Для урана. У меня на батах. Еще уран, бота. 7 урана. А, с ботов уран падает? И с ящиков. Давайте домой сейчас летаю. Я просто не урана. На, забирай вот это. А это что такое? Прием. Здорово. Бонус получить. Кат, троетомочка. Не слышно вас. Погромче можно? Погромче, не слышно. Возьмите кейсы. Я взял. А, ты взял? Так, ну что, поехали, попробуем эту движущую машину. А мне кейс? Это бляк покинул? А где, куда засовывать? Вот. Нам просто стоит, да? Ну да. Назад мы не поедем. Там тормознет. Вперед просто езжай. Так, я башкой я не ударюсь. Ты можешь, кстати, выйти из кабины и это тоже стоять с нами. Он будет ехать. О. Да, прикольно. Так, на тебе кейс. Готов ловить? Не-не-не, кидай, у меня есть кидай. Кейс? У меня есть кейс? Не, у Джокера нету. А, он не спадает. Гайс, прикольно. Пацаны, бля, тормозите! Я проверил гравитацию. Коля, от один пути посмотри, или ты умер? Нет, я живой. Посмотри сейчас, когда тормозить буду. Тормози, братан, не в ту сторону. А, блин, она так плохо тормозила. Все, поехали. Понимаешь? Поехали. Вообще на ходу лучше не прыгать, проверено. Ну, тормози, танцы проехали. А, ящик лутано, нет, все равно. Лутано, тут ничего нет. А, вот здесь есть. Ящик вижу, бота вижу, тормози. Что там было? Коля, как управлять нет, этим аппаратом? Вперед, нажми. Говно всякое. Тормозни, да я сяду, а то он раздает мне. Да ты остановись. А где залаз? Коля, залезь, я не умею управлять этим аппаратом. Да стоп. Сел? Да. Тем более тут 200. Что такое? Это что? Перед нами что-то стоит. Вот телега чья-то стоит. Выходи. Включай, выходи. Там трупы недавно лутали. Или сейчас лутают. Топляк, я достал топляк, пошли. Четыре урана. У меня 8 урана с двух ящиков. А ты навыки прокачал, Джокер? Не. Давай я туда вот так, у меня навыки прокачаны. Того у меня 9 урана. Это на уране 10. А почему тут от тебя уран не падает?
Не знаю, это рандомно падает уран. Рандомно, рандомно, у меня упал. О, это у нас. Или сверху? Сверху. Сверху, сверху. Ты забрал там топляк? Да, 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 забрал. Шприцы у кого-то есть? А хотя забейте их предмет. Едем? Выйдем в батуху, едем. А второго нет? Да, да, все, второго нет. Они пушат нас, Коля, грин. Еще 4 урана, ё-моё. А монет у тебя сколько? Ежевику. Итого, у меня уже 22 урана. У меня 9. Не 9. Так, это его прокачка навыков. А, навыки не качаются здесь. Не, не понял. У меня бот в спине заспавнился. Вы поняли? Навыки здесь не качаются. Го. А в туннелях качаются? Да, в туннелях, да. Очень сильно качаются. Ну, правильно-то в туннеле, просто надо накачать навыки. Чем мы там, блядь, икс... На камнях. Да, за камень дают 2 всего. А с ботами, кажется, 5-7 дают. Давай, а у тебя кейс есть. Ну слушай, 100 урана, это сколько ящиков? Это, блядь, 4 ящика. 4 ящика, это примерно, ну, если повезет, 20 тысяч рублей можно вытащить. Да-да-да. Ноутбуки, камеры, это имба какая-то. Давайте скинем все компоненты, посмотришь, сколько у нас. Давай. Так, давай забери вот это. А нет, забери. И вот этот забери. Твой уран засейвишь, а? Давай, кидай. Где у меня уран? На. Итого 65 урана. А компонент-то есть, Омичка? Да-да-да. В смысле 65? 65 урана. Хорошо. Да. И у нас дома столько же. Проехались пару раз. Ну это имба, что могу сказать. 102 трубы. Перед нами стреляют, перед нами стреляют. Садись сейчас, я себя отпекнусь. 38 дал. Парни, я под текстурами. Нормально, ты вот. Я под текстурами, я... Я сдох. Я через стенки вижу. А, понял. Не убивай. Так как, Джек, Амечка? Живой. Принимай. 33 дал ему. Один слева, слева. Трое. Одного ты убил? Полностью. А у меня патроны кончились, что ли? О, 2 раза по 60 дал, по 30 дал. У меня патроны кончились. За телега впереди, перед нами. Впереди двое! Задание, телега двое! Я попасть не могу вообще. Одного убил? Все, минусы. О, компонентики приехали. Урана сколько, 33? М? Урана сколько? 5. У моего 19. Ты связывал там? Не-не-не. Боты. Не понял. Коля, help. Я застрял, Коль. Коля, я застрял. Я застрял. Братан, как так-так, блядь? Я в лобовом стекле застрял. А че не лутаешь?
Честно, ну не так. Хал, подпрыгнул. Хотел выпрыгнуть, меня в лобовое стекло отправило. Но здесь падает все, что нам надо. Падает уран на серу, на порох, на ящике. И еще плюс падает этот, как он называется? Ну мы в этом вайпе же не будем вот эти кейсы и так. Не, мы можем накопить их, что нам? На следующий вайп? Да. Садишься? Давай фулл скорость. Они максимально перед нами или слева? Да, перед нами они, походу, если пищить. Тормозим? Не, фулл скорость, фулл. Ты задавил его! Коля, ты задавил! Задавил? А как я его задавил? Я откуда знаю? А чё, где он был-то? Он, походу, стоял в центре. Или сидел в машине, его чуть притрусило. Ты, блядь. Помощь. Так, это вон у нас заход, 51 уран. А, топливо в машине наше забери. Так, 231. Ну как, я думаю, это он, по-другому не мог сдохнуть. Ну, мы его придушили тут. Да, тут 103 топлива было. Ну слушай, это АВА у нас сейчас за наш заезд 117 урана. Это имба, надо пользоваться, пока Легунда не пофиксил. К сожалению, Легунда все это пофиксила, и в следующем вайпе метро уже практически не используют на Фьюрирасте. Если вы играете на Фьюрирасте, мы можем его оживить. Для этого нам нужно сплотиться и написать в группу Фьюрираста хэштег #FixMetro с тайм-кодом следующих моих слов. Что я предлагаю сделать? Я предлагаю добавить новый вид урана, который будет падать только в метро, и за этот уран можно купить какие-нибудь дополнительные плюшки в мирном городе. Я надеюсь, он нас услышит и оживит метро. Всем спасибо за просмотр, увидимся с рейдами совсем скоро.